Ребят, я снова всех приветствую. Одесса на связи. 28 июня 2024 год. Появилась уже официальная информация относительно сегодняшнего ракетного удара по нашей области. Значит, оперативное командование Юг сообщает о том, что удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер» с кассетным боеприпасом. Вот. И в результате прилета горит пшеничное поле. Вот. Куда попали, точно не уточняют, но якобы заявляют о том, что попали по пшеничному полю. Оно после прилета загорелось, и сейчас там пожар ликвидируют. Так что такие дела. Кассетной ракетой «Искандер» по пшеничному полю ударили.